Попал я в роту, получил танк, экипаж, как младший лейтенант уже, понимаете, то был сержантом, а здесь уже младший лейтенант, сразу все поприсвоили. Ну, пошел уже 20-й год. Нет, конец 19-го года моего. Угу. Пошел я, понимаете, вот на фронт. Через Москву уже этой дорогой по разбитым селам, городам, Ржев, Вязьма и так далее. И мы наблюдали, какие же изверги эти фашисты были, что они наделали с российским народом. Я сейчас еле удерживаю слезы, потому что когда мы в очередное село, бывшее село, только 1-2 стога сена, остальное трубы, трубы, трубы. Тогда ж строили только деревянные. Богато жил Советский Союз, в кавычках возьмите эти слова. Вот, выходили живые. Мама, дети, а где дедушка? Выходили, выносили в горшках сваренную картошку. Дарили нам. Сынки, гоните этих сволочей, что они наделали с нашей деревней. Гоните их, бейте их. Мы со слезами брали картошку, знали, что это тоже не первая картошка, а последняя. Вот, но взамен дарили им солярку. Это спускали вместо керосина. У них же жгли лампады вместо электричества, ж нет, и этим керосином. У кого сохранился примус, то же самое топили, не во всех были дрова и так далее. Там. Вот такая судьба, понимаете, а мы вперед, вперед, вперед.